автор Ольга Буторина, категория «Сельское хозяйство», автору блога, министру сельского хозяйства Республики Казахстан Шукееву. Добрый день. Наше ИП планирует построить на территории области теплицы общей площадью 300 квадратных метров с внедрением системы капельного орошения. В теплицах планируется выращивание зелени. Можем ли мы рассчитывать на поддержку государства в нашем деле? Уважаемая Ольга, в целях развития тепличного производства и обеспечения покрытия потребностей населения республики в ранних овощах принимаются соответствующие меры. Так, в рамках реализации программы инвестиционного субсидирования предусмотрено возмещение части затрат при реализации проектов по строительству и расширению тепличного комплекса, приобретению оборудования для строительства и расширения овощехранилища, по созданию и расширению систем капельного орошения. Также осуществляется господдержка сельхозтоваропроизводителя путем субсидирования стоимости удобрений, гербицидов и биопрепаратов. В целях поддержки создания сети и развития действующих тепличных хозяйств Казагрофинансам предусмотрены программы по займу на строительство теплиц сроком до 10 лет. Софинансирование может достигать 15% от общей суммы проекта. Годовая процентная ставка займа составляет 6%. Инвестиционный проект должен предусматривать внедрение современных технологий возделывания плодовочной продукции в защищенном грунте, включающих системы капельного орошения, климат-контроля, вентиляции, отопления и гидропоники. Также у проекта должна быть возможность производства плодовочной продукции в периоды их сезонного отсутствия.